едем дальше. Город называется Ланды. Деревенька там тоже маленькая. Туман уже, и облака с гор более отошли, и видно, что верхушки гор все в снегу. Вот. Красивый вид такой. Домики, река. Река такого светло-светло, зелено-голубого цвета, как цвет морской волны, в принципе. Только очень светлый. Очень красиво смотрятся домики на той стороне, на склоне. Тоже запасы дров. А вон домики вверху, на высоте. Рада контрола. Васахи? Рада контрола staat onder de brug. 104 staat een flitspaal. Каст. Тоже контролирует скорость здесь. В районе заправки я такой красивые виды нашла. Вот видны вершины в снегу. Австрия. Это был городок Фунс. Едем дальше. Это дорога на Швейцарию пошла. Если повернули бы мы туда, то уже на Свитерланд. Оф вех на Швейцарию. Ага, ну еще не Швейцария, а дорога на Швейцарию. А вот эта вот гора, это уже в Швейцарии. Такие скалы нависают прямо над дорогой, над машиной. То есть мы едем буквально под скалой. Под краем, в смысле, скалы.
прямо какая-то крепость стоит на склоне горы. Heeft te maken met de Eerste Wereldoorlog? Со Второй мировой? Verdediging. Сейчас вот здесь вот сделали привал в городке Наудерс. Такой приятный городок. Маленький. Но там очень красивая крепость. На горе. Ну вот здесь кафешка прямо в магазине. Взяли себе бутерброды с традиционной австрийской вот сырной такой колбасой, как бы. Называется это, оказывается, флейшкас, это мясной сыр. Почему он так называется, этот мясной сыр? Трудно сказать, вот она так вот выглядит, как хлебец, как мясной, вот была такой раньше. Будем пробовать традиционное австрийское блюдо. Подъезжаем к границе между Австрией и Италией. Есть граница. Вот там сейчас будет сейчас обозначение стоять. Вот Италия написано. Вот. Все, мы в Италии. Дальше будет Италия. И снова нет. Нет, мы заняли. А, да, Италия.